Очень нравится. Холодно маленько у вас в Ульяновске. Продавцам на ярмарке разговаривать некогда, слишком много покупателей. У павильонов с куриными яйцами особый ажиотаж. Фермеры из Южного Николаевского района традиционно привозят свою продукцию. По соседству можно приобрести молочную продукцию, разнообразные сыры. Есть даже сливочное масло из Чувашии. Небольшой завод в Чувашии. Масло сливочное, без добавок. В составе только сливки. Масло очень вкусное. Ярмарка – это традиционное буйство ароматов, красок и вкусов. Здесь можно приобрести не только продукты питания, но и саженцы, посуду, корзины ручной работы. Ульяновцы любят и часто посещают подобные мероприятия, ведь продукция натуральная, да и стоит чуть дешевле магазины. Мы приехали на ярмарку с бараниной, тыква. Торговля идет хорошо, уже почти закончили, все продали. Сами сел Крестогорище, Чудаклинский район. Занимаются родители у меня на протяжении 24 лет. Я с малого возраста им помогаю. Сельскохозяйственную торговлю провели с повышенными мерами безопасности. По периметру дежурили народные дружинники, работали полицейские и росгвардейцы. Техника безопасности на высоком уровне у нас. Сотрудники полиции присутствуют, сотрудники ДПС тоже на месте. Муниципальное предприятие выделили технику для переграждения проезда. Значит, у нас сегодня участвует где-то около 190 выездных точек. Люди, вы видите, есть. Немножко, конечно, погода, но я думаю, сейчас ветер разгуляется. Люди проснутся и придут за необходимые продукты. Ульяновцы не только могли купить необходимое, но и проконсультироваться с медиками. Для всех желающих работал передвижной флюорограф. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями работало социальное такси, а с тяжелыми сумками помогали волонтеры. Анна Тищенко, Ул-Правда, ТВ.